Самый ленивый и самый быстрый способ разрезки сэмплов на MPC, о котором вы точно не знали. Я иду в Program Edit, беру Pad, иду во вкладочку Samples и здесь выбираю Sample с драмбрейком. Отлично, здесь все необходимые мне звуки. Осталось его раскопировать на все пэды. И это я сделаю следующим образом. Я зажму клавишу копия, два раза нажму на пэд, где находится сэмпл, а затем все места, куда мне нужно его скопировать. Например, вот так. Мы получили три пэда с сэмплами. Выбираем первый пэд и отрезаем ему бочку. Выбираем второй пэд. И отрезаем ему хэд. Выбираем третий пэд и ищем здесь снейр. Готово. Увеличиваем. Равняем. Есть. Я готов прописать барабаны. Где-нибудь в районе 80 и погнали. А если вы хотите изучить MPC досконально и профессионально, записывайтесь ко мне на обучение или покупайте онлайн-курс.